Меня зовут Булат, моя порода московская сторожевая, и я видеоблогер. Сегодня новое видео. Поддержите меня лайком, поделитесь видосом с друзьями. А чтобы не пропускать новые видосики, обязательно подпишитесь на мой канал, а также не забудьте подписаться на мой инстаграм. Ох, друзья, выдалось у нас тут на днях дикое жарище. Ну, взял я человечиху и решили мы поехать на речку. Искупаться, охладиться, поплавать. Я прямо-таки сразу в воду вбежал, водичка тепленькая. Ну и, конечно, попить из реки надо обязательно. Хоть человечиха и не разрешает, но я все же по чуть успел. А потом мне еще и сушечку предложили прямо в речке. Ням-ням. Вот это я понимаю. Сервис. Короче, исходил я эту речку вдоль и поперек. Именно исходил. Почти потерял уже надежду поплавать. Не знаю, то ли я такой большой, то ли речка мелкая попалась. Ну и все-таки потом нашел я какую-то яму, где мне все же удалось немного поплавать. Потом мы поехали домой, и человечихе взбрело в голову еще и в бассейне искупаться. А я переживай. Я обычно туда человеков не пускаю. Вдруг тонуть начнут. А мне прыгай, спасай. Поэтому я ее туда долго не пускал. Все, не прыгай, не прыгай. Ай, не прыгаю. Куда ты меня тащишь? Я не прыгаю уже никуда. Не прыгай. Попытка номер два. Холод, можно ли в бассейн? Что тебе надо? Да я проехала. Ты переживаешь, да? О, это ты меня свалишь! Так я сейчас, я прыгаю! Нет! Ладно, не прыгаю. Не прыгаю, не прыгаю. Все, я не прыгаю. Я не прыгаю. Нельзя, все, не прыгаю. Никуда не прыгаю. Фу! Ну, вы же знаете мою человечиху. Если она решила, то это все. Поэтому я лег, думаю, ладно, ну пусть прыгает. Но сил моих нет уже с ней бороться. Буду следить за ней внимательно. Что ж поделаешь? Работа у меня такая. Битва с прятками вперемешку. Мы так развлекаемся частенько. А потом я спрятался, и человечиха долго кричала: «Булат, Булат!» Но я стойко сидел в засаде. Спрятался, ничего себе, я открыла посушить медведь. Вылази оттуда. Мяху принесла тебе вместо пшикалки. На, выходи. Выходи, говорю. Так, выходи из машины быстро. Быстрее выходи из машины. Бегом выходи. Да что это за собака, ну-ка. Смотри, какая сушка. Какая у меня сушка. Выходи, говорю, ты куда опять собрался ехать? Сам тогда за руль садись и рули. У тебя своя есть машина. Починишь и поедешь на ней.
Ходи, говорю. Ну, в зубы. Да не пойду я, не пойду. Я тут так лежу, хорошо. Отстаньте уже от меня. Я тебе ее, что ли, открыла, ты думаешь, да? Выходи, говорю. Выходи. Выходи. Короче, очень даже веселенький денечек получился. Вот такие у меня собачьи блогерские будни. А как вы проводите лето? Напишите в комментах. Мне очень интересно. Друзья, свои рисунки, вопросики и всякое такое вы можете присылать в мою группу в ВК. Лучшее ваше творчество попадает в мое видео. Только у меня к вам огромная просьба присылать свои творения именно в группу ВК. Иначе могу пропустить ваши послания и рисуночки. А сейчас ваши комменты. Всем пока! Всех люблю! Увидимся!